самом деле меня еще больше ненавидели все, но в тот момент как бы никто не обратил внимания на мой поступок, меня просто выгнали из аудитории, прошло много лет. И знаешь, я случайно толкнулся, точнее не случайно, мне друг сказал, вот прикинь, та девочка стала продюсером глюкозы. Продюсером, блядь, глюкозы. Я говорю, вот та самая усатая, блядь, отвратительная девочка, да? И я, короче, нашел ее ВКонтакте, ну, случайно зашел на ее страницу. Ебаный стыд. Это, знаешь, вот если... Ну, вряд ли... Я не знаю, как это сказать, но в любом случае, если в тот момент кто-то заметил в ней какую-то красоту в ее отвратительных усах или еще в чем-то, он поставил на правильную лошадь, потому что я тебе Ты сейчас... думаешь, продюсер глюкозы так много зарабатывает? Я не про зарабатывание, я тебе сейчас ее фотографию скину. А, ты имеешь в виду, что... Да, секунду. Было бы прикольно, если бы ключевым и поворотным моментом в ее жизни был брошенный в нее гондон. Знаешь, она пришла там, расплакалась. Что я делаю не так? Почему люди кидают в меня гондонами? Я думаю, что за эту историю с гондоном, скорее всего, этот гондон через пару дней окажется в моей жопе, потому что наверняка там... Ну, например, ну, я То просто есть рандомную... глюкоза же Я не просто рандомную фотографию тебе присылаю, я не знаю, какую там можно найти. а. Однако. Ну, вот видишь. Да, ну да. Так что история о гадком утенке существует. Ну, это ж не повод, извини, пожалуйста, ебать некрасивых утят. Может быть, один утенок и станет из 10 прекрасным лебедем, а что будет тем, кто... Никто из тех, кого я выебал, не стал никем. Ну. Можно записать это как официальное заявление, Ну, знаешь? блин, у меня... А вот это, кстати, Я неправда. встречаюсь просто Помнишь, же... Не-не-не-не-не. я всегда говорил, Не-не-не-не-не. что... Просто Ну, ну что ж есть такое? проблема в том, что я встречаюсь уже 7 лет с девушкой, и она действительно очень клевая, поэтому, ну... Да нет, я не про Ксюшу, я про то, что я, короче, всегда говорил, что известность не передается половым путем. И был очень удивлен, когда вот там Белка стала открывать канал. Но когда я сейчас читаю новости в пабликах, там с кучей репостов, с кучей там... А тут что, парень Юлия Пушман решил стать видеоблогером, потом парень какой-то еще, тёлки, не помню, Карина Каспарян, что ли, Ой, решил. И блин. это как новость подается. У людей берут интервью, Илья, интервью, паблики, спрашивают, как люди начинают делать и на них подписываются. У них тут же появляется сотня тысяч подписчиков. Я сколько брал свою сотню тысяч первую, пиздец, вспомнить страшно. Как же я хохотал, когда нашел на порнолабе твою тёлку, блин. Это было... У меня было много телок, что ты хочешь. Мне осталось только с проституткой еще Ну встречаться. У да. меня были Да порномодели. У меня были... меня тут под Ага. окнами открыли стриптиз-клуб Стриптиз... под Да, названием да, да, Virgin. да, да. Господи. Стриптизерша... Со стриптизершей я познакомился возле ларька на Пионерской, представляешь? Она спросила, нет ли у меня закурить. А я говорю, у меня не оказалось закурить, предложила выпить. Разве это не история большой любви? Слушай, у меня зарегистрировалось и все скачалось. Ты у меня в друзьях создай игру на Я уже каком-нибудь... создал и жду тебя в Купер Хиллз. Последнее отделение в А как к этом. тебе присоединиться? Мне кажется, можешь меня пригласить. Нет, тут же нету такого. Тут ты ищешь Деймарус Гейм. А как это сделать? Я устал. Ну, короче, присоединиться, найти многопользовательскую игру. А я не вижу кнопки А там присоединиться. же, где многопользовательская, ты просто не нажимай многопользовательская, это другое поле. Там типа. Погоди, какой-то... Короче, есть Погоди, пункт. погоди, погоди, погоди. Есть пункт многопользовательская, а есть пункт найти Погоди, многопользовательскую. какой-то долбоёб на меня подписался посреди ночи. Бэтсуп, спасибо за подписку. It would be awesome if we could dance It will and be not be awesome! let's take Слушай, блин, chances. погоди, погоди, погоди. Дай я Dance Commander поставлю. У меня другое дерьмо просто стояло на подписке. Вот!
Так что, что я хотел сказать-то? Известность передается половым путем. Ну беру да. Все свои слова назад. Если вам удалось, там, я не знаю, присесть нахуй какому-нибудь Стасу Давыдову, Максиму Голополосову, все, у вас есть все для того, чтобы делать свое собственное шоу. Вы могли быть всю жизнь никудышной тёлкой или даже парнем, если присесть. Погоди, погоди, да, 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 дай, блядь, послушать Дэнс Командера, нахуй. То есть у нас будет такой музыкальный фильм, да? Может быть, немного, да, может быть. На Твиче потом будет тишина, и люди не услышат, что мы два. Вот, кстати, способ, как, чтобы, смотри, разговоры не оставались на записи. Нужно на фон ставить какую-нибудь песню, которую Твич точно выпилит. И он сделает тишиной. И ты на меня такую тоску навел, братан, вот. Можно говорить гадости про других, и никто не услышит. Найти многопользовательскую игру, как называется? Стой. Блять, на нее дохуя найдет. А, нет, все. Я один. Да. Он отличается от стандартных паролей, которые вы обычно используете. В лучшую сторону. Выбирай кенгурушек и Купер's Hills лагерь. Я Купер's Hills жду тебя. Блять. Я, правда, забыл, как пшикать себя. Слушай, я ввалился в игру, но я пугаюсь к разрешению, которое она выбрала сейчас. А ты не поменял. Надо было поменять и выставить всякую фильтрацию, а не затропно. Ебать, какие звуки, как будто я... Помнишь, Король Лев? Вот как будто я Королева Льва трахнул в жопу. Сейчас, погоди. Не забудь попшикаться хуйней от запаха. Там все поменяли, говорят. А где настройки-то? Илюха отключился. Да я вышел, сейчас я графон не сделаю. У меня там... Графон был плохой. У меня 4К монитор там и все дела. Ну... Хован, я знаю, что у тебя проблемы с печенью, но ссаться не обязательно прямо в эфире, я тебе так скажу. Я наливаю себе грейпфрутовый сок, между прочим. Очень полезно. Прям грейпфрутовый? Да. Просто это единственный сок, который гости не выпивают. Никто не любит грейпфрут. Я тоже небольшой фанат, но, бля, какой у меня выбор. Ну, вроде починил, сейчас посмотрим. Кто-то догадался про Хантер наконец. Да, пацаны, в Хантер будем катать. Долго же думали, ребята. Ну, какие вообще варианты? Хантер — это наша жизнь. Хантер из лайф, Хантер из лайф. Охота, страсть моя. Не, ребят, я вам так скажу, вот именно старые вот заходы в Хантер, когда это еще не стало говном, которые начали обузить, когда стало понятно, что чтобы убить 25, блядь, оленей, достаточно дуть враг. Ну, нет, братан, я не буду на этой карте играть. Это саванны какие-то ебаные. Так это кенгуру. Нет. Никогда в жизни не выстрелил в кенгуру. Короче... Чё, кенгуру? Нет. Хован, пожалуйста, запусти карту, где... Ну, ты понял. Где русские просторы и... Ну, я не буду играть в саваннах и стрелять в кенгуру. Я лучше твою мамку трахну, но это серьезно ужасно. Ой. Ну правда, ну это обидно. Зимнюю или не зимнюю? Конечно, блять, не зимнюю. Мисс Мэривезер, уёбывай, блять, с моего канала, ты меня бесишь. Лукас Бертони, уёбывай. Давай оскорблять подписчиков. Асфиксейшн. Да, конечно, асфиксейшн. Пошел нахуй.
Блин, это так клево, когда люди за 5 баксов подписываются, а ты их нахуй шлешь. Сейчас, знаешь, нет, должно быть, короче, ты всех посылаешь, и все такие, ура, ура, и я кому-нибудь такой, типа, вот такой. Да, у меня есть, но, не, погоди, 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 нет, слушай, вот, подписался только что новый, оскорби его по максимуму, я тебе скажу, как его зовут, а ты его оскорбишь. По максимуму, как только сможешь. Бля, нифига, у тебя стильное это оформление. Это кто, у тебя сковорода сделал? Нет, блять, сковорода может только отдрочить себя в очко, он бесполезен. Это клевое оформление под DOS, но проблема в том, что я постоянно дропаюсь на ГБА. Фига. Только фоточки не отображаются. Да, да. Там было более прикольно. У меня вообще 3 пиздатых оформления. Да короче, у меня дохуя пиздатых оформлений. Посмотри на эту вонючую шлюху Кейт Клэп. Разве она не прекрасна? Ты скидывал у меня Кейт Клэп? Я что-то прозевал. Блять, вот посмотри. Это же ебаная Кейт Клэп. А. Разве ты не хочешь ее трахнуть? Кейт Клэп или тёлку? Да нет, ну в принципе, ну какая разница? Ну правда, мой друг один знаком. Один знакомый друг, который ездил на этот Витфест, сказал, что Кейт Клэп выглядит просто отвратительно, как кусок я дерьма. Я знаю, и это видно, понимаешь, поэтому она и охуенный бьюти-блогер. Все, кто ее в жизни видели, говорят, что она ни о чем. Но от этого она становится только лучше. Ну и правильно, ну и правильно. Она будет лучше. Я тебе так скажу, хуила, блять. Она будет лучше и через 2 года, и через 3 года. То есть Кейт Клэп вышла замуж, Кейт Клэп родила ребенка. Как воспитывать ебаного ребенка? Все эти страхоебины, которые на нее подписаны, блять, ужасные, вонючие, такие же жирные, блять, суки. Они будут, блядь, воспитывать ребенка и смотреть, как эта пизда воспитывает ребенка или еще какое-то говно, блядь. Это бесконечный процесс, это мы нахуй никому не нужны будем. Ты вообще умрешь от цирроза через год. Мне нравятся наркотики, и чем все закончится, блядь? Чем? Я не хочу умирать через год. Ну, а кто тебя спросит? Я, можно сказать, только жить начну. Ну, умрешь прям в джакузи, блядь, это пизда, это сдох. И эта смерть не самая плохая, на такую я бы да. Согласился. Блядь, побираясь на второе джакузи, блядь, играя в Fallout New Vegas, сдохнет, блядь. Причем, знаешь, не лучше, а именно второе, поставить 2 джакузи, потому что в одну жопу уже не влезает, я создал, заходи. Ща, погоди. Я надеюсь, это нормальная русская игра будет. Типа, блядь, лес какой-нибудь там, вся хуйня. Чувак, опять ёбаная саванна, ты чё, дурак, что ли? Какая саванна? Это классическая карта с оленями. Тут деревья, леса, какая саванна? Ты посмотри, как всё красиво, у тебя чё с графоном-то? Какая саванна? Небо такое, ёпта. Погоди. Небо ебать. Не-не-не-не-не-не-не, значит неправильно, все, у тебя как игра теперь называется? Дэймарус с гейм, походу всякие пидоры уже начали создавать. Но у меня пароль. У меня написано Бушаргинс Дэн, блять, выглядит как ёбаный. Да бачко Бушаргина Дэна, блять, при чем тут нахуй Бушаргинс Дэн? Дэймарус с гейм. Так ты заебал. Не, братан, че ты? Блять, у меня теперь любимая цитата. У меня только Бушран Рейнджер с геймом, блять. У меня любимая цитата теперь, как ни странно, вот Кекс, казалось бы, да, человек, который не может ничего святого придумать. Но с точки зрения, блять, бесконечности, он придумал потрясающую цитату. Лучшая атака — это нападение. Ничего, блять, ну, типа, правильнее я в жизни не слышал. Я бы развил эту тему бесконечно. Лучшая защита — это оборона. Лучшая атака — это нападение. Лучшая полузащита — это созидание. Ну, то есть, бесконечные, блядь, правильные вещи. Господи, какой мудила сказал, что лучшая атака — это нападение? Блядь, я не знаю, я просто представил, какой-нибудь мудила, блядь, руководствуясь этим бредом, выпускает полных придурков, блядь, нападать вместо того, чтобы обороняться.
Господи, насколько же правильно. Ну ты знаешь, это же ебаные китайцы, у них все иносказательно. Сунь Цзы ты не это имел в виду, он типа... Сунь Цзы ты твою мамку имел в виду, я-то понимаю. Сунь Цзы. Сунь, да. Да. Чувак, мне до сих пор пишет, что, блядь, только Бушандерс Дэн есть, я вот не знаю. Как же, если я, блядь, создал... Давай я создам тогда.